Мажилисмены приняли законопроект о масс-медиа с сопутствующими поправками. Теперь документ направлен на рассмотрение в Сенат. Этот законопроект долгое время обсуждался между представителями власти, журналистами, правозащитниками и представителями казахстанских медиа. В результате обсуждения срок исковой давности, который предъявлялся к СМИ, сократили до 1 года. Сейчас он составляет 3 года. Кроме того, изменениям подверглись и другие пункты законопроекта. Например, сроки ответа на запросы СМИ сокращены до 5 рабочих дней. А вот норму о пресс-картах журналистов исключили, так как отсутствовало их концептуальное отличие от аккредитации. Какую реакцию вызовет обновленный вариант закона у представителей СМИ и интернет-изданий? Мария Лукпанова разберется в вопросе в программе «Дневной формат» в 14:00.